Друзья, на данный момент это пока еще закрытая информация. Никто никому об этом не сообщает. Нам стало известно о том, что несколько дней назад в Испании, находясь на отдыхе, при загадочных обстоятельствах пропал без вести российский актер театра кино Максим Щеголев. Сообщается о том, что он до сих пор не вернулся в свой гостиничный номер в отеле. Мобильный телефон актера отключен. Что произошло с ним, пока никто не знает. Уже сообщили его родным и близким. Мы следим за ходом событий, друзья, будем держать вас в курсе этой трагедии. Мы готовим сейчас свежий выпуск, есть некоторые подробности, которые будут озвучены уже завтра на утром на нашем канале, в нашем новом выпуске. Берегите себя и своих родных, друзья.